few moments later. Смотри демонстрацию, мне просто нужно твое мнение. Ты смотришь? Ну. Конспект пишешь, да? Как? Ярик. Водила. Ярик. Ну не спрашивай. Оно само, да? Оно само. Я теперь его не могу вернуть. Всем антикосячный привет. С вами я, Валера Симонов. Сегодня играем в игру American Railroads. Что же это за игра? И смысл игры мы сегодня узнаем в этом видео. Первым же делом покупаем кирку и бежим в лес по пути. Так, смысл игры заключается в бизнесе. Мы должны зарабатывать денежки. Эта игра про 1890-е годы, когда активно развивалась некая такая промышленность продажи леса, таких узкоколейных, не то что узкоколейных, таких железных дорог. Так, и увидели, как я улетаю, да. Я мог пойти туда с помощью такой легкой дрезины, но я не стал, потому что, ну, видели, я косячу. Дрезины, как вы могли видеть, есть два вида. Обычный и стандарт плюс. У стандарт плюс, как я называю, есть ящик. Так как эта дрезина работает? То, что мне нравится в игре, тут есть взаимодействие с предметами. Вот мы должны, как в реальности, поднимать и опускать рычажок, чтобы поехать. То есть такими движениями мы движемся. Это очень утомляет и неудобно, но зато реалистично. Поэтому я в самом начале и побежал пешком. И также, если нажать на 4 или 6 на клавиатуре, мы почему-то улетаем. И, кстати, мы можем увидеть карту сверху. Она даже какая-то объемная, но не знаю, не знаю. Вот мы прибежали на место лесоповала, точнее. И то, что сказал, в этой игре можно строить рельсы, это самое главное, прекрасное. То есть мы берем, выбираем тип пути, например, кривую, и спокойно ставим, и все, все замечательно. Да, только есть тут немного косяки в игре, потому что игра, как я считаю, сыра еще, но, блин, интересно. И, кстати, у разработчика планы создать мультиплеер. Так вот, как могли заметить, тут ключевое слово Railroads, то есть железные дороги. И мы должны перевозить лес с помощью железной дороги. То есть мы берем паровоз, берем в руки бревно, полено точнее, и запихиваем в топку. Да, получается, паровоз начинает наш работать. То есть для паровоза нужно топливо в виде вот этих полен и вода. И это самое интересное. Как я говорил, игра сыра, и мы не можем в кабину залезть с первого раза, это какая-то такая фигня. Тут полностью взаимодействие со всеми элементами паровоза, то есть тормоз, реверс и регулятор. Также есть у некоторых паровозов электрогенератор, как я понял. Есть песочница, свисток и колокол. И да, чтобы паровоз работал, нужно топливо, поэтому запасаемся им. Thank you.
Ну вот и славно, сделали запас, можем отправляться на нашу станцию главную, потому что все покупка осуществляется там. И первая же наша задача — это купить вагон, чтобы могли мы перевозить лес. Ведь, как я сказал, мы должны зарабатывать. Как вы видите, тут есть очень хороший взаимодействие с объектами. И, кстати, во время движения вот эти дровишки выпадают, и человек тоже выпадает. Вот прибываем на нашу главную станцию, где будем производить маневры. Да, мой любимый — это маневры. И как же тут не хватает мультиплеера, потому что стрелки ты можешь переводить только вручную. Ты должен подойти, перевести стрелку. И получается, надо бегать от стрелки к паровозу, от паровоза к стрелке. Ну вот и славно, реверс назад, сдаем назад. Тут я заметил, слететь можно, но я ж любитель порисковать, я не косячу, поэтому даем полную тягу и летим по стрелкам. Да, тут есть некое депо веерного типа. И тут все происходит, все вот эти махинации с покупкой, продажей и обслуживанием. Кстати, по поводу последнего еще не понял, как оно происходит. И круг поворот есть. Поворотный круг, это же чудесно, но вот видите, что бывает, если на него вот либо залететь неудачно, либо промахнуться. Тут нету этого круга позиций, поэтому надо только на глаз, ты можешь понять, влезешь на него или нет. Вы видели, как паровоз болтается. То есть мы должны поехать на круг, остановиться, развернуть его, причем вручную, и все. Не правда ли прекрасно? Ну все, вот мы сдаем назад и цепляемся с вагона. Я считаю, тут есть недочеты с анимацией при сцепке и отцепке, то есть ее вообще нет. И методом тыка только можно понять, прицепился ли ты к вагону или нет. И да, тут есть физика. Лучше вагон поставить на ручник. Вы видите, вагон у меня убежал. И... это прекрасно. Вот это мне нравится в этой игре. Тут есть некая физика. Да, после так неожиданно перемещаемся уже прицепленными, потому что это реально какое-то время заняло вот это все, вот эти всякие махинации. Мы выезжаем снова на наш поворотный круг и выезжаем из депо и магазина. Условно скажем то, что вот этот путь — это и есть магазин. И, кстати, обратите внимание, вот реально вот паровоз болтается, вот вагон заходит на этот круг, он болтается. И это придает реалистичности.
И вот мы прибываем, и я понимаю то, что я забыл перевести стрелку, поэтому сразу даем по тормозам, останавливаемся и переводим стрелочку. Кстати, не косячьте, пожалуйста. И да, я говорю, как же тут не хватает второго человека в мультиплеере, который будет этим всем заниматься, кондуктор. И, кстати, мы видим то, что я вот решил на данном моменте поставить эту водонапорку. И в дальнейших сериях вы поймете то, что как же хорошо то, что я построил. Потому что в паровозу нужна вода, а ездить все время на станцию, производить маневры, это неудобно. И почему бы и тут не поставить станцию загрузки воды, водонапорную башню и заправить наш паровоз. Причем эта операция тоже очень интересная и реалистичная. Надо попасть ровно. Ровно попасть. Вот можно сказать. И произвести загрузку воды. Правда реалистично. Да, я считаю то, что в этой игре еще не хватает немножечко графики, но все равно мне игра очень нравится. Я в нее реально какое-то время прям залип до ее официального выхода. То есть вот мы должны остановиться, открыть люк. Причем, кстати, самое удивительное, я с первого раза попал. Но это чудо. Потому что в дальнейших сериях я в этот момент и буду себе вырезать, потому что я уже на момент озвучки, а это у нас 26 апреля, уже сыграл на вторую серию. Да, у нас будет несколько серий. Будем постепенно покупать вагончики, будем постепенно покупать новые паровозы и так далее. И на момент второй серии я раз 6 пытался попасть, и мне не получалось заполнить. То есть мы видим, кстати, вот тут есть три шкалы. Это обслуживание, вода и Steam, ну то есть это пар. То есть насколько у нас пара. Ну и последняя шкала зависит от того, от количества дровишек, брошенных в локомотив. И да, вот видим, сколько у нас тут проблем. Мы не можем нормально зайти с первого раза. И вот. Я вот тут решаю сбросить одну дровишку. Кстати, они тут спавнятся бесконечное количество раз, и эти деревяшки можно перемещать. Левая кнопка мыши это на себя и в одну сторону вращается, правая кнопка мыши это другую. То есть я решаю это сделать для того, чтобы паровоз подкинуть дровишек на рейс. Потому что они очень активно тратятся. И да, есть вторая версия этого паровоза в магазине с тендером, и его реально не хватает. Так, все, вот мы сдаем назад и целимся, чтобы точно попасть. Ну, вот так вот, плюс-минус достаточно. Все, тут есть два вида бревнышек, скажем так. Первый тип это легкие, которые еще можно, так как я видели, руками. И из них делаются такие полена для паровоза. И есть другой тип, который спавнится постепенно и который может грузиться только железнодорожным краном. Да, тут есть кран железнодорожный, который очень дорогой, стоит как самый дорогой паровоз. Поэтому мы сначала купим вагонов 5-6, и только купим нормальный паровоз, и только потом мы купим кран. То есть мы видим, бревнышко спавнится, спускается по рельсам и прям в вагон. Таким образом грузим. Ну вот, мы загрузили уже наш поезд. И мы можем уже отправляться на продажу. Да, маленько криво все это выглядит. Причем я вот эту одну дровинку вот так выставил, чтобы можно было наверх забраться. И чтобы там все поправить. Да, перфекционисты уже погибли, наверное, от этих всех видов. Все, мы можем отправляться. Теперь следуем на лесопилку. Кстати, по поводу бревнышек, тут есть какая-то непонятная вещь. То есть вот топка как-то засоряется, но эти бревнышки не получается брать, так как они считаются типа горящими. К сожалению, такое часто происходит, но это нормально. Вот мы прибываем на нашу главную станцию, чтобы производить опять же маневр. То есть, как могли заметить, от этой станции уходит линия в четырех направлениях. Лесопилка, неизвестно, неизвестно и лесоповал. Переводим стрелку и смотрим то, чтобы у нас маршрут проложен был прямо по главному пути. Отпускаем тормоза, даем тягу. Да, забыл отпустить тормоза, все.
Направляемся и едем к лесопилке. Да, тут есть вид от третьего лица. Вот наш паровозик и один вагон. Кстати, заметьте, тут очень хорошо проработана анимация. Вот прямо реально хорошо. Вот этот паровозик вот только вблизи. И это все двигается, и это интересно. Вот мы прибываем на нашу конечную станцию. Это лесопилка. И, кстати, там тоже есть коварная стрелка. В самом начале видосики это я с нее слетел. Да, вот так прям заранее останавливаемся, чтобы это перевести. Потому что косячить это не я. И, кстати, у меня то, что я с первого раза залез в кабину. Это чудесно. Все, отпускаем тормоза, реверс назад, кстати. Вспоминая Railworks и там игры, там где реализован реверс, его количество процентов, насколько он вперед и назад, я точно не знаю, я не паровозник, к сожалению. И не знаю ничего про железную дорогу так сильно и активно. Но паровоз должен ускоряться, но сила должна падать, если не ошибаюсь. Но, к сожалению, не было тут реализовано. Вот мы приехали к месту разгрузки. Разгрузка осуществляется на воду. То есть мы с ним... Угу. То есть мы останавливаемся, снимаем балки, и с вагонов падает товар. Все. Остается только поправлять его, чтобы быстрее разгружалось, и таким образом мы зарабатываем денежку. Если у нас были бы, например, вагоны, загружены другими видами дерева, то разгрузить мы могли бы также, но грузить только с помощью железнодорожного крана, к сожалению. Вот таким методом мы разгружаемся и зарабатываем наши первые деньги. Вот, мы заработали 693 доллара. Они каким-то образом тонут и исчезают в воде. А мы можем отправляться. И я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам игра, как вам идея таких видео. Все-таки видите то, что чуть-чуть... Голос дрожит, и я, потому что этими раньше не занимался. Ваше мнение, пожалуйста.